русской, я, вы знаете, я обалдела, я просто плакала, у меня потекли слезы, вы знаете, так долго мы и ждали. Всех вышедших с завода «Азот» мирных жителей размещают во временном пункте МЧС, а после группами вывозят вглубь Луганской Народной Республики. На территории предприятия еще остаются люди, но эвакуация пока прекращена. Из соседнего Лисичанска все еще прицельно бьет украинская артиллерия. Остатки ВСУ в Лисичанском котле плотно блокированы. В городе идут ожесточенные бои. Дмитрий Толмачев, Дмитрий Зайцев, Кирилл Данилов, Первый канал.